Тема дошкольного образования находится на особом контроле у губернатора Московской области. По инициативе Андрея Воробьева с каждым годом запускаются новые проекты, внедряются современные педагогические технологии для дошкольников. Одна из таких успешных программ – «Предшкола», направлена на обеспечение преемственности между детским садом и школой с вовлечением в процесс родителей. Для ребят из старших и подготовительных групп мы запустили проект «Предшкола. Стандарт детского сада». Это специальная образовательная программа, чтобы переход из сада в школу был для детей максимально комфортным и легким. Эту систему в рамках пилотного проекта запустили в 2022 году, и она уже дает положительные результаты. По программе «Предшкола» занятия в старших группах проводят учителя из школ-партнеров, а школьники берут шефство над малышами. В Одинцовском округе нововведение реализуется пока в 8 образовательных комплексах, но уже многие учреждения готовят документы на участие в новом учебном году. Конечно, проект себя очень хорошо показал, потому что после этого проекта, когда дети переходят сейчас в школу, для них это не страшно, они понимают, что это такое, что там нет злой тети, с которой их закрывают, и она требует от них каких-то знаний. Они уже более подготовлены, они уже более адаптированы к школьной среде дети. Поэтому проект, на самом деле, очень нужный, очень хороший. Помимо учебных занятий, программой «Предшкола» предусмотрен и совместный культурный досуг. В этом году у нас прошли очень интересные мероприятия, где на одной большой сцене принимали участие и учащиеся школы, и воспитанники детского сада. И ребята, уже придя в первый класс, а вот они уже здесь сейчас в летнем лагере, они знают учителей, они знают друг друга, они знают школу. И им, скажем так, уже интересно, они уже чувствуют себя взрослыми. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье быстрыми темпами идет строительство детских садов. В Одинцовском округе в этом году уже сдали 2 объекта. Еще 2 распахнут свои двери в скором времени. Таким образом, дошкольное образование смогут получить еще почти 1500 малышей. У нас в январе буквально уже по программе губернатора было открыто 2 сада, 1400 мест в ЖК «Гусарская баллада». Там просто у нас такая проблемная территория была. В Кубинке открыли в городе на 330 мест садик. Сейчас вот в Немчиновке открывается сад на 300 мест. И на 400 мест Трехгорки, что тоже является такой же проблемной территорией. Кроме того, в густонаселенных микрорайонах реализуется еще один проект губернатора – «Полисадики». Сейчас на территории Одинцовского округа открыто уже 8 таких мини-садов. И только за прошлый год для дошколят дополнительно было создано 785 мест. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».